Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы «Букинформ», в студии Павел Белявский. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Руководство к действию для нового председателя Брестского городского исполнительного комитета. Глава региона представил членам хозяйственного актива областного центра нового мэра Александра Рогачука и поставил перед ним ряд задач, требующих незамедлительного и скрупулезного исполнения. Трансплантация и клеточные технологии, детская хирургия и малоинвазивные эндоскопические вмешательства, ювелирная работа сердечных дел мастеров-кардиохирургов. В областном центре прошел 15-й съезд белорусских хирургов. Зарёвцы празднуют юбилей. В Брестской областной газете «Заря» 75. В областном центре чествовали коллектив креативных, инициативных, профессиональных и талантливых журналистов главного информационного вестника Берестейского края. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Кадровые ротации на Брещине. Во вторник глава государства Александр Лукашенко согласовал ряд новых назначений. Решение президента ждали и жители областного центра. В среду председатель Брестского областного исполнительного комитета Константин Сумар представил нового руководителя города Бреста. Им стал Александр Рогачук, до этого времени возглавлявший московскую администрацию. Районом с 15 октября будет руководить Вадим Кравчук, ранее являвшийся заместителем главы администрации. В рамках мероприятия был проведен хозяйственный актив, на котором глава региона Константин Сумар подвел итоги работы областного центра за 9 месяцев года текущего и поставил задачи как перед новыми руководителями, так и в целом перед госаппаратом города Бреста. Наверное, не было в Бресте ни одного человека, который после новости об уходе с должности мэра города Александра Полошенкова не задавал вопроса, а кто же возглавит областной центр. Версий было немало, но интрига разрешилась 14 октября. Президент страны Александр Лукашенко утвердил в должности Александра Рогачука. Уже 15 октября депутатскому корпусу и членам хозяйственного актива нового руководителя представил губернатор региона Константин Сумар. Знакомить с ним не нужно, поскольку горожанам он достаточно хорошо известен. На протяжении 4 лет возглавлял Московский район, которым также с 15 октября стал руководить Вадим Кравчук, являвшийся первым заместителем Александра Рогачука. Я прекрасно осознаю ту степень ответственности, которая возложена на мои плечи с сегодняшнего дня. Понимаю, что в городе очень много сделано, и понимаю те задачи, которые необходимо сделать. Необходимо сделать к тысячелетию нашего родного города. Необходимо сделать, может быть, уже завтра, потому что комфорт жителей города Бреста – это главная задача для местной власти. И те задачи, которые поставлены сегодня губернатором, главой государства вчера, которые были поставлены, конечно, они будут реализованы. Реализованы с какими-то новыми подходами, с каким-то новым, как я уже говорю, почерком. Самое важное, чтобы был результат. А результат должен быть один. Наш город Брест должен быть самым красивым городом Республики Беларусь. Это ворота в нашу страну, это лицо во многом нашей страны, поэтому приложу для этого максимум сил и старания. На сегодняшний день 2/3 жителей города Бреста – это жители именно Московского района. В Московском районе проживает порядка 230 тысяч населения. Соответственно, основная задача наша – это создание комфортных условий для проживания. Чтобы создать комфортные условия для проживания, необходимо, чтобы работала и экономика. Сегодня, конечно, в Московском районе, можно сказать, не самые лучшие предприятия, но у них есть перспектива, есть хорошее направление, и будет продолжена работа именно по модернизации, потому что это самый главный, наверное, сегодняшний день в экономическом блоке акцент. Есть уже реализован ряд таких проектов, как на Савушкином продукте, вы знаете, на КСМ и на ряде других предприятий, которые дают уже результаты. Соответственно, это будет достойная заработная плата, соответственно, это будут хорошие комфортные условия для работы наших, тех же жителей Московского района и других регионов. Также мы обязательно, у нас сегодня очень актуальная тема, это детские садики, чтобы сегодня именно жилищный фонд соответствовал именно инфраструктуре социальной. Это детские сады, школы, поликлиники, больницы и так далее.
Кадровая ротация – это своеобразный толчок к решению задач на более высоком уровне, новом, с прежней мудростью и опытом уже бывших руководителей и с энтузиазмом и решительностью вновь назначенных. Новая метла, говорят в народе, по-новому метет, это так. Но и такой градоначальник, как Александр Полошенков, который руководил Брестом на протяжении 10 лет, не ушел насовсем. Его знания города, его наработки пригодятся. Мудрость и опыт Александра Сергеевича будут востребованы. Звание почетного гражданина города Бреста, которое было ему присвоено, обязывает. Как отметил губернатор Брещины Константин Сумар, выбирать всегда непросто. Но благо в том, что есть из кого выбирать. Но все-таки критерии оценки присутствуют. Я всегда, когда предлагаю на должность того или другого человека, конечно же, я всегда возлагаю, что будут определенные сдвиги в лучшую сторону, и эффект от этой работы будет лучше. И покуда, если так вот я прикидываюсь за это время, ну, не было каких-то больших сбоев. Поэтому я надеюсь на то, что и Александр Степанович Рогачук именно мои надежды и оправдает, доверие президента нашей, который вот вчера как раз дал договор на его назначение. Другого не дано. И я сегодня специально этот разговор серьезно обострил для того, чтобы он с чистого листа, будем говорить так, и с открытым забралом начал этим делом заниматься. Конечно, задачи перед новыми руководителями стоят достаточно сложные. Время сейчас непростое. А потому сформировать команду единомышленников, которые и поддержат, и подтолкнут к новым решениям, одна из основных задач, которые придется решать Александру Рогачуку. Об этом говорил руководитель области Константин Сумар, уже обращаясь к хозяйственному активу, ответственным за свои ведомства чиновникам, директорам предприятий и организаций. Первый проблемный момент – налаживание эффективной работы промышленного комплекса областного центра, от которого во многом зависит функционирование экономики не только Бреста, но и области, так как им обеспечивается треть от областного объема производства. Транспортная и строительная отрасли, медицина и образование, культура, обеспечение кадрами и их сохранение. Константин Сумар четко назвал все те проблемы и недоработки, которые есть в городе. Надо не распылять средства, как я говорил, а определять объекты и их выполнять не то, что по технологическим срокам, но стараться их качественно сделать немножко раньше. Тогда и люди это оценят. Второе, надо ликвидировать вот это дельно-князьковое отношение, когда каждый руководитель вот жилищно-коммунального хозяйства, он начинает строить забор вокруг своей организации и не видит территории, которая вокруг ее находится. То есть заставить вот руководителей ЖЭСов, чтобы они территориально смотрели на все то, что у нас делается. Тогда не будет сломанных скамеек, тогда не будет, например, поломанных этих ступенек, вот, по которым люди ходят, и так далее, Дальше, это как одна из основных задач, которые надо очень решать в короткие сроки, это, конечно, убыточность предприятий. То есть улучшение эффективности работы наших предприятий именно через директорский корпус, заставить директоров, чтобы они задумались, как им дальше выходить с этого положения. Ну и задач тут много. Глава региона неоднократно подчеркивал, что именно системные недоработки кадров исполнительной власти города, отсутствие управляемости подчиненных структур во многом являются причиной невыполнения прогнозных показателей. И я сегодня откровенно сказал, и такое задание принародно было дано и руководителю города, уже новому руководителю города, чтобы усилили спрос с руководителей. И там тот, кто не понимает, надо просто снимать с работы. И пускай лучше идет на тот участок, там, где он сможет разобраться где-то. Или отдавать какую-то дачу, эффективно более-менее работать. Это первое. Второе. Конечно же, в этом плане очень много претензий было высказано мной и руководителям промышленных предприятий. Они в какой-то степени начали уже терять, может быть, бдительность в направлении того, что ведут в никуда некоторые свои предприятия. И особенно те, которые имеют серьезные убытки по итогам уже 8 месяцев, да и не ожидается погода. Поэтому работа в комплексе должна строиться именно через кадры. Я на этом и останавливаюсь в своем выступлении. И только через усиление требовательности, через определенный контроль,
И этот контроль должен системный. Я думаю, будут результаты более лучшие. Отдельно остановился председатель облсполкома на структуре ЖКХ, назвав систему их работы неэффективной. Основные причины – отсутствие должного контроля за деятельностью предприятия, а также недостаточное взаимодействие с отраслевым органом управления – областным управлением ЖКХ. Не до конца у нас в городе реализован организационный компонент, компонент эффективных действий органов власти – на местах власти, ЖЭСов и так далее. Поэтому, конечно, здесь этот ресурс использовать, который не требует никаких бюджетных вливаний, это первоочередная задача, это самая, в принципе, задача первоочередная, если так вот можно будет выразиться. Я думаю, что даже вы, уважаемые жители Бреста, которые вы это почувствуете. Ведь на самом деле, если взять ЖЭС, по сути, ЖЭС – это маленькая администрация. У нас же сейчас вот ЖЭС работает как орган отраслевого управления по своей собственности. Я хочу позиционировать работу ЖЭСов как органы территориально-отраслевого управления. И начальник ЖЭСа будет в равной степени отвечать не только за свой жилой фонд, а точно так же за кооперативный дом, за состояние двора этого кооперативного дома, предприятия и так далее. Отвечать, координируя эту работу. Вот это тот ресурс, который, я думаю, до этого не был до конца востребован, и он будет реализован уже в ближайшее время. Особое внимание на это нацелил новых руководителей Константин Сумар. Следует обратить на работу с людьми. Формализм должен напрочь уйти при рассмотрении обращений граждан. Также необходимо повышать исполнительскую дисциплину, напомнив, что государственным служащим даются большие права. Но не менее большим будет и спрос и с аппарата чиновников, и с человека, который руководит этой командой. Нам надо системно работать, ежедневно. Ежечасно, тогда не надо будет готовиться или что-то, например, говорить перед выборами, какие мы хорошие. Люди сами оценят эту нашу работу. Поэтому ни в коем случае не надо нацеливаться на какие-то мероприятия. А еще раз повторяю, всем нашим кадрам области, как мы и делаем все время эти годы, повседневно надо заниматься разрешениями тех проблем, которые у нас есть. И не накапливать их, тогда будет проще всегда их решать. Лариса Осмолович, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. И еще об одном важном для нашего края событии. На этой неделе Брещина принимала одно из наиболее масштабных мероприятий страны – 15-й съезд хирургов Республики Беларусь. В течение 2 дней светила медицины обсуждали наиболее актуальные вопросы, как говорится, со своей колокольни. Трансплантация и клеточные технологии, детская хирургия и малоинвазивные эндоскопические вмешательства. Эти и другие темы стали поводом для больших профессиональных дискуссий. Лучшие из лучших делились своими теоретическими наработками, а также на мастер-классах демонстрировали, что такое ювелирная хирургическая работа. Тему продолжит Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Открытие 15-го республиканского съезда хирургов состоялось в четверг в городе над Бугом. Представители одной из самых трудных отраслей медицины прибыли в Брест, чтобы воссоздать картину белорусской хирургии на современном этапе, а также подвести итоги большой и плодотворной работы. В целом, со своей задачей совершенствовать и улучшать качество и доступность медицинских услуг, проводить высокотехнологичные операции непосредственно на местах, белорусские хирурги справляются на довольно высоком уровне. Однако все же остаются вопросы, ожидающие своего поступательного и постепенного решения. Один из них – регенераторная медицина или так называемые клеточные технологии. Сегодня будет очень много уделено внимания на съезде так называемой регенераторной медицины либо клеточным технологиям. Эти технологии получили достаточно широкое сегодня распространение в нашей стране. Многие медицинские вузы, многие коллективы занимаются научными разработками в этой области. Пока, конечно, мы не можем сказать, что произошел какой-то суперсерьезный прорыв, и эти технологии могут заменить органную трансплантацию, либо другие существующие методы лечения. Но вот пошагово, по капельке мы приближаемся к тому, что они будут широко внедрены в клиническую практику. В этом году почетное право принимать съезд выпало Берестейскому краю. И это не случайно, уверены участники форума. За последние десятилетия Брещина сделала огромный рывок в развитии региональной медицины. Высоких показателей удалось достичь благодаря удачному тандему. Качественная работа талантливых и высококвалифицированных специалистов плюс хорошая укомплектованность материально-технической базы. Медицинские учреждения реконструируются. В блоках и корпусах
корпусах появляется новое высокотехнологичное оборудование. И несмотря на то, что в области нет медицинского университета, передовой опыт как белорусских хирургов, так и коллег из стран ближнего и дальнего зарубежья здесь всегда перенимается быстро. Лучшие технологии активно осваиваются и внедряются. И как итог, медицинские услуги Беларуси и Брещины, в частности, получают высокую оценку и международное признание. У нас в области нет ни одной районной больницы, которая бы серьезно не улучшила через реконструкции свои условия работы. Буквально несколько месяцев назад маленьких пациентов начала принимать детская городская поликлиника в Бресте на 600 посещений в смену. Сейчас заканчиваем строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера и продолжаем работы по инфекционному корпусу Брестской областной больницы. Это уже будет не как отделение какое-то, как очень добротная, хорошая больница. И в Организации Объединенных Наций, и во Всемирной Организации Здравоохранения есть много рейтингов, которые пристально смотрят за системой здравоохранения, в том числе Республики Беларусь. И вот по рейтингу доступности медицинской помощи, это данные за 2013 год, Республика Беларусь занимает первое место в мире, деля его с Канадой и Брунеем. Главная здравница Брестского региона, областная больница, является пионером по внедрению новых технологий – пересадка почек, печени, эндоскопической операции при заболевании щитовидной железы. И это не полный список тех оперативных вмешательств, которые уже доступны берестейскому пациенту. Задача на ближайшее будущее – возможность пересадки сердца. Трансплантация сердца, пожалуй, тоже есть такие мысли и хорошие задумки. И наши коллеги постоянно начинают уже учиться в Минске, в кардиохирургическом центре для проведения этой сложной операции. Кроме теоретической части съезда, были предусмотрены и мастер-классы, которые проходили параллельно с работой научных секций. На базе операционного отделения Брестской областной больницы были выполнены эндоскопические хирургические вмешательства. В операциях принимали участие почетные гости из стран-соседок. Среди них украинский врач-хирург Михаил Сербул, кандидат медицинских наук, доцент, руководитель Центра мини-инвазивной хирургии. Его мастер-класс оказался как нельзя кстати для белорусских коллег. Новая форма оперирования грыжи призвана упростить работу хирурга. С развитием современной лапароскопической технологии операции стали выполняться через несколько проколов. Технология была значительно усовершенствована, и эта операция быстро стала распространяться в развитых странах, особенно в тех странах, где как раз и фиксировалось большое количество болезней цивилизации. Сейчас к этим странам относится и Беларусь. Белорусская хирургия очень быстро развивается, и сейчас она находится на уровне современной европейской хирургии. Я надеюсь, что операция, продемонстрированная сегодня, станет рутинной в течение ближайших месяцев для хирургов Белоруссии. Съезд хирургов прошел. Два дня работы, десятки докладов и научных материалов. Этим запомнился форум не только белорусским специалистам, но и гостям из-за рубежа, которые в последние годы приезжают в Синеокую не только для того, чтобы делиться опытом, но и чтобы обучаться. Белорусским хирургам есть чем гордиться. Мы на сегодняшний день пришли с результатами, которые соизмеримы с общеевропейскими стандартами по летальности, по смертности, по послеоперационным осложнениям, которые существуют не только у нас, но в целом и в мире, и на фоне других стран Евросоюза, на стран СНГ, мы находимся где-то в такой хорошей золотой середине. По некоторым позициям мы уже лидируем. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Осенне-зимний период традиционно знаменуется серией мероприятий по благоустройству города. Уборка мусора и приведение в надлежащее состояние парков и скверов. Вырубка дикорастущих кустарников, покос травы. Это лишь часть той работы, которая входит в месячник по наведению порядка организациями и трудовыми коллективами областного центра, а также горожанами. Отдельной графой стоит подготовка к холодам теплопроводящих артерий города. Ответственна за подготовку к зимним реалиям Брестское городское ЖКХ, структура, о работе которой нередко можно слышать нарекания со стороны как вертикали власти, так и обывателей. Конструктивная критика, как руководство к действию, является своеобразным локомотивом для повышения качества работы. И сегодня сотрудники ЖКХ стараются направить свою деятельность на устранение проблемных моментов.
Какими темпами идет кампания по благоустройству Бреста и подготовке к работе в осенне-зимний сезон, расскажет Виктория Драгобецкая. Парк культуры и отдыха – первое место, которое посетила наша съемочная группа с целью узнать, как справляются его сотрудники с благоустройством территории. Сбор и вывоз опадающей листвы, санитарная обрезка деревьев, чистка дорожек с помощью тракторов и, конечно, подготовка аттракционов к следующему году, которые, к сожалению, сегодня морально и материально устарели, за исключением некоторых. В наших планах сейчас мы рассматриваем вариант закупки нового аттракциона, который, я надеюсь, если все у нас получится с финансовой точки зрения, должен появиться к апрелю месяца будущего года. Зеленый город. Именно такая ассоциация возникает у людей, впервые посетивших областной центр. Пестрый ковер из цветов и деревья выступает в качестве живого обрамления Бреста многие годы. Но если летом кроны дубов и каштанов, кленов и ясени служат спасательным кругом для любителей тени и прохлады, то осенью обильный листопад создает уйму работы не только хозяевам частных подворий, но и работникам коммунальника. В ход идут воздуходувы, грабли и транспортная техника. Мы занимаемся... Коммунальники именно занимаются уборкой газонов от опавшей листвы. Листва вывозится, складируется, компостируется для дальнейшего использования в виде плодородного слоя для подсыпки где-то на тех территориях, где необходимо устроить новые газоны. Клумбы перекапываются, там, где необходимо, высаживаются многолетние цветы. И коммунальник ведет осеннюю обрезку зеленых насаждений, это деревьев и кустарников. Кстати, в этом году когорта зеленых санитаров города пополнилась туями и елями. Однако этих красивых деревьев могло появиться на аллеях Бреста и больше. Причина – питомники, которые сегодня, увы, находятся не в лучшем состоянии. Забота о будущих деревьях лежала на плечах предприятия «Зеленстрой», которое в феврале этого года было включено в состав коммунальника. И этому реорганизационному процессу уделено максимум внимания. Объединение предусматривалось тем, что в бывшем предприятии «Брест-Зеленстрой» была очень большая загрузка по работам в летний, весенне-летний период. И очень не хватало объема работ в осенне-зимний период. В коммунальнике обратная ситуация. Осенне-зимний период, массовое опадание листвы, уборка снега, объем работы возрастает в разы. В летний период он спадает в разы. И поэтому объединение предусматривало в первую очередь, это то, что будет занятость людей, что на сегодня как бы оно уже само по себе просто. Без всяких каких-то особых трудностей, идет взаимозаменяясь. На летний период мы привлекаем дворников к работе по озеленению, в зимний период будем привлекать рабочих по озеленению на работах, связанных с уборкой городских территорий. Наверняка со временем такой подход даст свои положительные плоды и позволит предприятию выйти на новый, более качественный уровень работы. К примеру, на тот, который относится к освобождению городских территорий от снега и наледи. Как и в прошлом году, к зимнему блицкригу 2014 коммунальщики подготовились основательно. Вся необходимая техника, это пескоразбрасывающая техника в количестве 27 единиц, она готова полностью. Готовы все мазы для отвозки снега, уборки и вывозки его за пределы города. У нас имеется в наличии полный штат дворников и грузчиков для ручной уборки. Кроме того, с учетом нашего объединения на сегодняшний день, в зимних условиях мы можем добавить порядка где-то 70 человек с участка озеленения, которые занимаются летом цветоводством, посадком, кошением. В зимний период они добавляются к людям на ручную уборку и убирают снег с городских улиц. На цели подготовки к работе в зимний период сегодня именно по закупке песко-соляной смеси использовано 2,3 миллиарда рублей. Та смесь, которая осталась у нас с прошлого года на сумму 2 миллиарда, она тоже включена в этот объем. На днях коммунальники приобрели еще одну единицу техники – погрузчик итальянского производства, который летом предназначен для кошения травы, зимой – для уборки территории на пешеходных улицах города. Как и в прошлом году, поддержать содержание дорог и тротуаров на помощь коммунальникам придут и другие организации, а также сотрудники госавтоинспекции. Учитывая такую помощь, есть надежда, что потенциальный хавьер не застанет врасплох работников коммунальника, и зима обойдется без эксцессов. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Юбилейную дату, 75-летие со дня выпуска первого номера, в эти октябрьские дни отмечает коллектив областной газеты «Заря», издание, судьба которого неразрывно связана с историей становления развития Брестской области.
В основе успеха и популярности старейшей региональной газеты – сочетание журналистских традиций прошлых лет и умелая подача информации в современных реалиях. Как отмечали на чествовании заоревцев гости и приглашенные, сегодня редакция на новом витке своего развития и укрепления творческого потенциала. Подтверждение тому – неоднократное признание на национальном конкурсе «Золотая литера», интересные проекты и публикации. Но есть главный критерий оценки – признание и любовь читателей, которые верны своей газете. Лариса Осмолович расскажет об юбилейном вечере, о награжденных и о планах на будущее коллектива «Зари». О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о светлом настоящем – журналисты, сказал некогда философ Жарко Петан. Автор всего материала готов поспорить с ним в данном контексте и утверждать, что на протяжении 75 лет коллектив областной газеты «Заря» заботится и о прошлом, и о будущем, и, несомненно, о настоящем. Они растут вместе с Брещиной, они развиваются с ней, разделяют взлеты и падения заревцы вот уже 75 лет, держат руку на пульсе своего края. Газета сыграла очень огромную роль и в плане показа лучших людей, которые вложили очень много труда в развитие нашей области. Они являлись тем органом печатным, который показывал и растил в какой-то степени ростки нового, передового, то же самое. Ведь и те публикации, которые были на разные темы, то ли это тема сельского хозяйства, то ли тема промышленности, то ли социальной жизни, они все равно вот это старались показать и показывали для того, чтобы где-то задевая где-то проблемные вопросы, давать повод и давать определенный толчок власти для того, чтобы они справляли это все, и чтобы оно более эффективно и шла работа в том направлении. «Заря» – это орган, печатный орган средства массовой информации Брестского областного исполнительного комитета. Поэтому это в первую очередь не просто там взгляд журналиста на какие-то проблемы, а это доведение до людей, одна из форм доведения до людей, скажем, шагов власти по наведению порядка, по реформированию. Это какие-то успехи, это какие-то проблемы, это и какая-то и критика какой-то существующей, действующей ситуации. Вот, поэтому «Заря» была, есть и будет. Журналисты «Зари» всегда на передовой. Прошли они военное лихолетие, оттепели и перестройки. Вместе с берестейцами и всеми белорусами строили новое молодое независимое государство. Отличительная черта тех, кто работает в коллективе «Зари» – говорить о злободневном, искать правдивые и интересные темы, искать и не сдаваться. И будь «Зарю» ведь смолот или уже убелен сединами, принцип, заложенный в первые годы существования, газету делать несложно, сложно сделать газету хорошей, работает и сегодня. Коллектив юн, но мудр, молод, но опытен. Они ищут новые подачи тем, новые рубрики и проекты, они в интернет-пространстве, а потому интересны многочисленной аудитории. Молодежь обратила на ее страницы внимание. А почему? Потому что любое издание о «Зарю» – это в первую очередь определяет сугубо состав авторов. Это пришли молодые, креативные, как говорят в наше время, журналисты, которые очень четко держат на пульсе жизни свое внимание, перо и проникают во все стороны жизни, повседневной, устремление в будущее. То есть те вызовы времени, они буквально схватывают и дают ответы на своих страницах. И в этом газета привлекательна. Она молодая, у нее эстетика дизайна высокая. И содержание ее такое привлекательное, что просто читаются с первой до последней строчки. Тогда работали очень опытные журналисты, прошли войну. Многие... И помню, был такой Мезенцев Гаврил Анисимович. Он с почтением относился к моему боевому прошлому, поскольку он сам был на войне, он старше меня был на 10 лет. И начал меня обучать. Говорит, пока ты не научишься из-под ногтя добывать факты, ты еще не журналист. И я эту фразу запомнил на всю жизнь. Я сейчас вот с удовольствием читаю «Зарю», перечитываю ее, публикую. Вот недавно в этом месяце публиковал материал
мои записные книжки. Вот о том, что сейчас из всех тех, кто со мною переписывался, однополчане военные, я один остался. Зарёвцам есть чем гордиться, а их фондом позавидуют музеи. А потому открытие музея в канун празднования юбилейной даты – дело понятное. В центре – рабочий стол журналиста 50-х годов с пишущей машинкой на нем, а вокруг – ретроспектива газетных полос разных исторических периодов. Рядом – фотовыставка, в центре внимания люди, создававшие «Зарю» – письма, книги, награды. Это, наверное, одна из самых значимых, если не самая значимая награда газеты. В 1982 году газете «Заря» был вручен орден Дружбы народов. Мы давно собирались открыть в редакции музей истории газеты «Заря». И сейчас очень хороший повод это сделать. Мы отмечаем 75-летие нашего издания. Осенью 1939 года вышел в свет первый номер. И действительно можно сказать, что история нашей газеты очень богата. И это не только история нашей газеты, это же ведь история всей Брестской области, которая тоже скоро будет праздновать такой же юбилей, 75 лет. И по всем нашим подшивкам можно проследить эту историю детально, буквально день за днем, потому что газета выходила фактически каждый день. И все детально отображалось на страницах нашей газеты. То есть вся эта история «Зари» – это, по сути, история Брестской области. На торжественной церемонии чествования большого коллектива «Зари» говорили много теплых слов представители областной и городской вертикали, гости и приглашенные. На сцену выходили те, кто сегодня создает имидж газеты. И они вспоминали о тех, кто был в этой профессии и остается в ней, будучи на заслуженном отдыхе. Грамоты, благодарственные письма – все это признание тех добрых дел, которые вчера, сегодня и в будущем творят и будут творить зарёвцы. Я думаю, что я могу назвать свой коллектив командой. И я рад тому, что он очень омолодился за последнее время. И омолодился в хорошем значении этого слова. Я всегда вот вижу в молодежи смотрю в глаза молодых журналистов, которые приходят. Если они горят, если они блестят журналистикой, значит, все нормально. Если где-то что-то начинают чуточку затухать, то приходится немножко расшевелить. Но я хочу сказать, что наша молодежь наоборот. Смотришь на нее и сам у самого начинают блестеть глаза, и это придает динамики. Если, например, исходить из той точки зрения, что человек большую часть своего времени проводит на работе, поэтому очень важно, чтобы сюда мы приходили с улыбкой и возвращаясь с хорошим настроением. И это по большей части зависит от тех людей, которые окружают. В этом плане здесь, конечно же, хорошо, потому что здесь люди, которые работают, они очень любят свое дело, они знают свое дело. Я относительно недавно попала в эту большую дружную журналистскую семью. Меня очень хорошо, тепло приняли, что не может, конечно же, не радовать. 75 лет – это определенный рубеж. Рубеж подведения итогов сделанного. Но также и новая точка отсчета новых дел, творческих и креативных, новых поисков и новых открытий, знакомств. И для такого коллектива, как «Заря», можно смело говорить, что в 75 лет расцвет газеты только начинается. Я, конечно же, хотел бы пожелать нашим зарёвцам, чтобы у них всегда было такое творческое настроение, всегда, чтобы было желание работать. И самое главное, чтобы вот тот материал, который будут они и подавать, и надо сказать, чтобы еще 75 лет, и 175 лет это так было, чтобы он был объективным. Чтобы он, корреспонденты, которые там будут работать, которые готовить будут тот или другой материал, чтобы они сами, вот, как я всегда говорю, пропускали через себя, через внутреннее свое и настроение, ощущение, и через свое сердце, чтобы таким образом могли не завоевать вот сердца тех читателей, которые каждый день открывают «Зарю». Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. Для героев следующего сюжета скорость не просто слово. Это образ жизни, ее смысл, заставляющий переживать настоящие эмоции, искренний восторг и чувство радости. «Быстрее ветра и молнии» – так условно можно назвать девиз этого трудолюбивого и очень дружного коллектива.
Все эти слова адресованы гонщикам городского физкультурно-спортивного клуба «Альянс», члены которого уже не первый год завоевывают заслуженные кубки и почетные места на соревнованиях самого разного уровня. О том, кто же они, гонщики Берестейщины, и каковы последние достижения клуба, расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Еще задолго до начала обкатки трассы юные гонщики начинают подготовку к тренировке. Даже здесь срабатывает девиз воспитанников «Последний проигравший». Поэтому очень важно все сделать вовремя, подготовить автомобиль и себя. И только после подробного инструктажа можно отправляться в путь. Эта команда большая, укомплектованная. Здесь занимаются и ребята, и взрослые, которые в большинстве своем – дети и родители. Дружный коллектив прошел большой спортивный путь, переходя от этапа к этапу, поднимаясь все выше и выше к звездному победному картинговому Олимпу. Сегодня юные гонщики с удовольствием вспоминают свои первые автомобильные шаги и делятся, почему же им нравится этот вид спорта. Меня привел сюда папа, я занимаюсь уже 4 года. Хорошо, всем нравится. Мама не ругается, папа тоже. Одноклассники спрашивают там у меня. Занимаюсь я тут уже 3 года. И, нравится мне скорость, интересно. И друзей много появилось. Я чаще утром приезжаю сюда. Но иногда бывает так, что приходится отпрашиваться даже на чуть-чуть. Залог успеха команды в ее сплоченности. Несмотря на то, что на одной тренировке не всегда пересекаются все члены, отношения между ними по-настоящему дружеские. Все вместе они обсуждают перспективы дальнейших тренировок. Вместе определяют цели и задачи будущей работы. Вместе ездят на соревнования и вместе побеждают. Как итог, огромное количество наград и медалей, которые украшают стенды спортивного комплекса. Последняя – высокая оценка работы. Детская команда стала призером чемпионата республики по картингу. Команда тренируется уже у нас 4 года, достигли огромных результатов. Значит, команда детская стала призером чемпионата Республики Беларусь по картингу. Две чемпионки страны – это Александра Гущик и Мишкевич Полина. Значит, Мишкевич Полина в классе «Малыш», а Гущик Александра в классе «Формула». Очень тяжело бороться нам за первые места, потому что каждая гонка – это она индивидуальна и непредсказуема абсолютно. Я думал, что можно большими тренировками, конечно, добиться всего, но не только мы тренируемся, еще в Минске тренируются и по всей Республике Беларусь. Вообще тяжело держать лидерство, очень тяжело. Иногда в погоне за высоким результатом и дети, и взрослые просто забывают о времени. Порой уже в сумерках они совершают свои последние маневры, стараясь с каждым разом быть лучше, сильнее, активнее. Ни плохая погода, ни настроение не могут заменить команде сильного желания тренироваться и идти вперед к новым вершинам. Ведь на картинге они в первую очередь соперники. И главным стимулом здесь является стремление быть лучшим, первым. Они времена показывают лучше на трассе, чем мы. Уже их машины быстрее, все-таки молодость, как ни говори, нам с ними уже сложно бороться. Поэтому наши дети, конечно, лучше нас. Мы все, что могли, им даем, объясняем, но хорошо, что они нас обгоняют. Уже мы на трассе спортсмены, соперники. Это так мы можем их там дома покомандовать. А на трассе нет, все, никаких этих самых. Нет такого папа, там, дочка. Кто быстрее, тот и главный. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Бук ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20 63 67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 19 октября. Большая часть страны будет оставаться в поле повышенного давления. В Брестской области будет преобладать облачная, без осадков погода. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем синоптики прогнозируют порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха в ночные часы составит 3-5 градусов со знаком «плюс», в дневные – до 14 градусов тепла.
20 октября погоду обусловят атмосферные фронты, смещающиеся со скандинавского полуострова, и теплые воздушные массы атлантического происхождения. Станет заметно теплее. В течение дня пройдут кратковременные дожди, местами по районам сильные дожди. Также в отдельных районах будет отмечаться резкий порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться в пределах 11-13 градусов ночью, до 16 выше нуля днем. Атмосферное давление существенных изменений не претерпит.